В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью до минус 5, днем до плюс 14, в горах до плюс 9, ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до минус 2, днем до плюс 12, ночью и утром на дорогах гололедица. Арии из опер великих композиторов, а также мировые и советские хиты 20 века прозвучали в исполнении солистов Мариинского театра Дианы Казанлиевой и Якуба Суворова. Аккомпанировал им пианист-виртуоз, заслуженный артист России Александр Коган. Концерт «Две эпохи» прошел в Республиканской филармонии. Подробности у Али Баташева. Мощный баритон Якуба Суворова покоряет с первых нот, а сопрано-солистки Мариинского театра Дианы Казанлиевой вызывает восхищение поклонников оперного искусства в России и далеко за ее пределами. Два таланта объединил концерт «Две эпохи», соединяющий традиции мировой и отечественной песенной классики. Молодым талантом виртуозно аккомпанировал заслуженный артист России Александр Коган. С ним работали Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Мстислав Ростропович и другие артисты. Пальцы музыканта с легкостью касались клавиш, рождая чудесные трели мелодий. Искусство не имеет границ, а родина у каждого своя. Диана Казанлиева из Черкесска, Якуб Суворов влюблен в Санкт-Петербург. Ну и к Карачаево-Черкесии у него особое отношение. Знаете, мы живем в рукотворной красоте, то, что построили люди. И ваш город, и ваш край, ваша республика, она то, что сотворил Бог, то, что вечно, то, что максимально красиво, и для нас это абсолютно другое место. И поэтому я бесконечно счастлив и рад, что мы за этот месяц уже второй раз сюда приезжаем. Молодые артисты щедро делятся своим опытом с молодежью на мастер-классах, где раскрывают свои профессиональные секреты. Нужно быть уверенным в своей программе, в том, что ты исполняешь. Много репетиций должно пройти. Нужно понимать, о чем ты поешь, и что ты транслируешь, и что ты хочешь дать людям. Мне кажется, это самое главное. Рима Коцба, как и многие другие любители оперы, высоко оценили талантливых молодых артистов. Экспрессия, честность, желание донести слово до каждого слушателя. Несмотря на то, что, наверное, акустики немножко в зале не хватает, и тем не менее, они молодцы, очень чуткие. Но выше всех похвал концертмейстер. Визит сюда нашей землячки показывает, что им самим очень важно, находясь где-то, уже достигнув высот, возвращаться домой и нести вот это вот великое искусство сюда, в родные края. Мариинский театр – это, конечно же, уровень, и нам очень приятно, что такая возможность есть сегодня у любого зрителя. Якуб Суворов и Диана Казанлиева связаны не только культурными, но и семейными узами. Они уверенно смотрят в будущее и вместе идут к своей цели – повышать профессиональное мастерство и радовать зрителей своим искусством. Али Баташев, Виктория Карпенко, «Вести Карачаево-Черкесия». Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. Всем удачной пятницы, хороших выходных и до встречи в эфире.